там первое у меня было, где падение это было. Вот здесь. О. Снимаю. Была поклевка. Рыбка там стоит. Вот здесь, да, она будет стоять. Была. Была? Угу. Хорошая? Здесь поклевка такая. Там спереди получше, конечно. О, поклевка. Исход. Ну да. Еще одна. Куда-то на берег-то пошла. Так, где? На 65-го? А? На 65-го? Нет, я его снял. Сейчас поставил эту колебалочку. Колебалку. Там что-то совершенно очумелое. Есть? Вижу. Снимаю. Ну, пока. Крупнее мы не поймали. Вот это вообще в японском стиле было сейчас. И на видео я снял. Такое место красивое. Первая такая хорошечная. Бороду оставил, да? Бородку оставил. А так бы сошла сейчас 100%. Нормальная рыбка. Вон она стоит. Я вижу ее. Красава. Очень круто. Где одна, там и вторая? Пеструха? Голец? Голец. Он явно хочет красивую фоточку мне сделать.
Зацепил? Зацепил, говорю. Била рыба сейчас. Прям можно дом здесь сделать. Смотри. А тут у кого-то нора. Угу. Ника колебалки рулит. Да. О, блядь, никто такой взял пролез. Ладно, давай, потом. Да. Ну не кило. А? Не кило, но грамм 500 точно. Я думал зацеп реально. Нет. Думал зацеп и протаскиваю, а... Ну такая, да, ничего немножко повыше. Попробуй. Ну да, попробуй пониже. Туда, да? Сейчас я сюда еще сначала. Заловил все. Угу. А? Выпили на берег наш. Все, да, вылазим. Да. Проходил еще, да, и дальше. Да. Или ты что, там места как нормальные? Да. Нормальные места. Продолжение следует...